Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Оксана Пушкина ознакомилась с работой нового клуба «Активное долголетие» в Звенигороде. Как и другие филиалы проекта, учреждение приняло первых посетителей после ослабления коронавирусных ограничений. Звенигородский клуб расположен в просторном здании, где раньше находился офис местной управляющей компании. В жилом массиве на границе двух микрорайонов – Пронина и Первомайского. Оксана Пушкина проверила оснащение клуба, а также пообщалась с его руководством и резидентами.